Инвестиционная привлекательность региона, льготная поддержка бизнеса, улучшение уровня жизни населения – это и многое другое обсудили на расширенном заседании коллегии Минэкономразвития Чувашии. На развитие Чувашии до 2024 года предусмотрено 5 миллиардов рублей. На эти средства в ближайшие годы в регионе планируется построить 3 промышленных парка, 5 технопарков. Это позволит привлечь инвестиции порядка 8 миллиардов рублей, создать 2500 новых рабочих мест. Свою помощь готово оказать и федеральное правительство. На связи с участниками коллегии заместитель министра экономики Российской Федерации Сергей Галкин. В 2021 году мы надеемся, что достаточно оперативно здесь мы работаем очень плотно с коллегами, запустим и создадим особую экономическую зону. Сейчас активная работа совместно идет федерального правительства и, соответственно, региональных властей по этой задаче. Минэкономразвитие Чувашии видит 5 основных задач, которые надо решать в первую очередь. Мы видим, что это сложности в решении земельных и строительных вопросов, не совсем современная, можно сказать, инфраструктура и для развития бизнеса, и для промышленности, и, соответственно, то же самое неравномерное развитие субъектов МСП. Напомним, индивидуальная проблема социально-экономического развития республики стала частью общенационального плана восстановления экономики. В ней детально расписаны ключевые векторы движения. С ее помощью только в прошлом году было профинансировано 86 инвестиционных проектов. Ульяна Пятакова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.